Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы продолжим нашу рубрику, где мы должны убежать из тюряги друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями побега из тюрьмы, только благодаря вам выходит эта серия. И вы, ребята, прекрасно знаете, что сейчас надо делать, конечно же, как обычно, влепите огромный палец вверх и на мою серию, и на Жекину серию. Давайте наберем по 15 тысяч лайков на наших двух видосах, и сразу же выйдет следующая серия с побегом из тюрьмы. Побежали! Давай! Ой, да, сегодня у меня будет сложноватая карта, сложноватая тюряга. Я скажу Жеке то, что это тюрьма самого-самого-самого-самого строгого режима, который только существует на нашей планете. И Жека... Да, и Жека должен будет отсюда сбежать. Я на самом деле даже не знаю, получится ли у него вот это сделать или нет, но я прям в предвкушении его бомбежки, можно вот так сказать. А и что я еще хочу сказать? Мы, наверное, сначала сейчас пойдем к нему на карту, пройдем его тюрягу, и потом сразу же вернемся на мою карту. И, ребята, что я вас хочу быстренько попросить, это кто еще не подписан, обязательно подпишитесь на канал, красненькая кнопочка с надписью «Подписка». Ребята, у меня уже скоро, наверное, будет 2 миллиона подписчиков, поэтому давайте мы добьем эту цифру как можно скорее. И также не забывайте клацать на колокольчики, чтобы узнавали, когда у меня стримы и когда у меня видосы в ту же секунду, чтобы в ту же секунду вы их смотрели. Все! Идем к Жиндосу. Сбегаем с его тюрьмы как можно быстрее и возвращаемся в мою тюрьму. Погнали, да. Ну что, желейте быть подержан. Кто? Ай! А что со мной произошло, Жиндос? Эдисон, в сегодняшней серии ты будешь у нас желейным медведем Валера, которого посадили в тюрьму, ты прикинь? Прикинь, капут вообще. Это как? За что? За то, что я мед украл? Или за что? Да ты на самом деле вообще очень плохой медведь, вот ты в прошлой серии «Железного медведя» такие вещи плохие делал. Короче, заходи, да, и хорошо, ты должен будешь бежать из тюрьмы. Хорошо. Ой, сколько меда. Это да. Самая мучительная тюрьма. Ты как бы понимаешь, смотри, вот секундочку, смотри. Да. Видишь, ты как бы сидишь в клетке, но у тебя есть тут мед. Но к меду ты пробраться не можешь, потому что... Да, проблемка. Это очень-очень мучительная тюрьма, поэтому Эдисон... Я даже не знаю, что мне делать на самом деле. Я вот на самом деле тоже не знаю, что тебе делать, но ты давай, Эдисон, подумай. Ты же желейный медведь Валера. Подумай. Я не знаю, но может у меня тут будут какие-то ключики в этих сундуках. Ну мне кажется, желейный медведь Валера больше всего любит нас эти мед, да? Ну, да, это да. Ну. Мне кажется, что-то вот мед, что-то он все-таки скрывает. Что-то этот мед явно скрывает. Мед скрывает! Да, что-то этот мед скрывает. Что-то я, конечно, вижу, да, тут. Вот! Ага! А что дальше? Ага! Ого! Пися! И зачем мне пися? Не знаю, Эдисон. Видимо, желейный медведь Валера еще и писи любит. Не, вряд ли. Ты писи любишь, на самом деле. Медведь ничего не любит, кроме меда. Не, я писи не люблю. Не, все знают, что ты любишь. Так, давай. Да, любишь. Эдисон, смотри, у тебя есть пися. Что ты можешь сделать с писей? Разворачивайся. Подставляйся. Не. Эдисон, явно же тебе эту писю, ну с ней надо что-то сделать. Да нет, ну. Она тебе поможет выбраться. Тебе нужно найти что-то. Что? Что такое? На что можно эту писю положить? Да, там кнопочка есть, Эдисон, там есть кнопочка. Эх, пися не долетела. Давай, возвращаем ее. Ну давайте дам еще одну пищу. Давай. Смысл не долетел. Какая кнопочка? Там нажимная плита. Ну да, в смысле нажимная. Ой, опять не получилось. Я, ты сам, ты... Да, а ты сам тестировал вот это? Я тестировал. Давай, выкидывай. Давай. Ну ты косожопый, конечно, давай. Я вообще-то маленький медведь, не видишь? Ну ты вообще косой. Давай. Что, тебе еще одну пищу давать? На тебе еще одну. Давай, Эдисон. Сейчас все будет, теперь... Вот, попал. Не попал. В смысле не попал? Ты вообще в стенку попадаешь, а не в дырку. Вот! Вот прям милипусечка осталась. Вот. Ой, Эдисон, все заколебал, мне бы хотелось. Держишь какую-то... Так, хорошо. Ты пищу не теряй, пища. А пени нельзя терять, да? Ну я забрал ее, я забрал, ну. Молодец. А вот. Ой. А все, мне уже тогда не надо, до тюряги выбираться, если я сдох. Ты просто слишком поторопился. Это, короче, желейный... Ты пищу возьми, пися вот тут лежит. Это, Эдисон, это желейный обжора.
твой самый главный соперник. А, мы с ним спорим за мед, да? То есть, да, но он тебя не пускает, поэтому мне кажется, тебе кто-то должен помочь, чтобы этого желейного обжору кокнуть. Ой-ой-ой, секретный проход. 1-7, 1-7. Да, первая цифра 7, ты запиши так, это. Так, 7. Я не забуду, я не забуду. Так, хорошо, тебе хорошо. Нужно еще 3 цифры, чтобы освободить, знаешь кого? Ты видел, кого тебе нужно освободить вообще? Не-не-не, подожди. Зомби Жорик, это кто такой вообще? А это вообще какой-то левый хрен, но он якобы тоже любит мед. Его тоже посадили за это. Он тоже мед любит. Я ему мед свой не отдам. Ну ты как бы не отдавай. Тебе нужно найти еще 3 циферки. А если я сюда вниз упаду, то я выберусь? Нет, поэтому не надо сюда падать. Прикольно. Ой-ой-ой. Ага, 3-4, значит. Значит, вторая цифра 4. Вот так. Третья цифра 4. Да. Ой-ой-ой, случайно сломал. Я тебе так скажу, все как бы цифры спрятаны в разных местах. То есть одна за картиной, одна вот так вот дырочки. Значит, еще две должны как-то еще быть спрятаны. Так! Конечно... А почему? Так вообще нельзя, Эдисон. Эдисон, я не знаю, я поставил ему кнокбэк на самую эту... Ну да. Ну конечно. Так, хорошо. Так, желейный обжор, давай на место. Я чё-то не могу понять, где еще я могу найти вот эту... кнопочки вот эти, не кнопочки, а вот это все. Ну, циферки, вот. А, циферки, ну ты ищи, я тебе как бы не... Я мёд уже хочу, мёд. А ты где что-то в сундуках? Ага! Ты в сундуках, вроде еще ничего не нашел. 2! Значит, 7, 2, 4, ничего. Вот так. Ага, и последняя цифра. А, то есть, ты мне дал подсказочку, если я уже что-то нашел в сундуках, то там больше ничего не будет, да? Да, там больше ничего не будет, я специально, чтобы ты не мучился. Эдисон, смотри, здесь одна такая фигня на этой карте очень сильно выделяется, вот прям выделяется. И это я тебе тогда дам подсказку, ты уже там прятал вещи в своих картах, вот. Осталось только вспомнить, где ты прятал. Я прятал. Да, ты прятал. Ну... так. Давай, что сильно тут выделяется, да? Что сильно выделяется? Ну какая-то хрень, которая вообще... Вот почему эта хрень тут вообще стоит? Вот, с чего вот она тут? Она только такая одна... Она такая одна, да, тут? Можно так сказать. Ну да, такая одна. Она так еще светится немножко. Ясно. Да! Так, то есть мне сейчас надо, да, куда-то бурлыкать. Я тебе советую не слезать с вагонетки, потому что ты... Ты потом не выберешься, Эдисон. Меня столкнули! Да. Ну хорошо, в принципе, что ты здесь останешься, ну ты хотя бы цифру-то найди. Да, так, подожди, цифру. Ладно, держи. 4-6. Ага, то 7-2, 4-6, да? Да. Давай, выезжай. Ай-яй-яй-яй, поехали! Ай, что там происходит? Ай-яй! Так, подожди, а где я вообще? Я не знаю, где ты. Бери еще одну. Да чё ж у тебя так сложно-то все? Опа, все. Так, 7-2-4-6. 7-2-4-6. Ага. 7-2-4-6. Зомби Жорик! И пися. Зомби Жорик готов тебе помочь, но зомби Жорик, оказывается, писи любит, а не мед, поэтому. Пошли, зомби Жорик. Так, а куда мне его? А для чего тебе нужен зомби Жорик? Ты подумай. Зомби Жорик сильный чувак, на самом деле. Ну давай. Только ты будь осторожен, потому что жлейный обжора, как бы он тоже сильный. Давай, валите друг друга. Давай, зомби Жорик. Давай, оба! Все, быстрее, проходи. Ни хрена себе он сильный. Так. Эдисон. Камера. Опять камера. Ну. Да, самое главное, опять камера. Зомби Жорик сейчас за тобой еще ходит. Вот, Эдисон, тебе нужно открыть проход, чтобы спасти познавателя, твоего создателя. Я хочу сам убежать, а не спасать кого-то. Ну ты, смотри, ты не сможешь убежать, пока ты его не спасешь. А что мне делать? Тебе, смотри, я тебе дам подсказочку. Вот зайди в эти камеры, зайди. Ага. Вот, ты зашел, да? Да, ты где-то в камере сидишь. Да. Видишь, тут есть такие вот дырочки. Ну. Ты должен понять, где они находятся, это, и через блоки кинуть туда всякие разные вещи, чтобы их активировать. Ой, как сложно! 1, 2, 3, 4. Подожди, какие вещи? А ну там ты в сундуке вообще смотрел, что есть? А в смысле через блоки? Через какие блоки? Ну то есть смотри, везде, где вот находятся вот эти вот блоки прокопанные, да, там везде гост-блоки стоят, то есть невидимый блок. Ты можешь через них кинуть. Прям через них кинуть вещь, и я тебе скажу, если ты попадешь. Ты попал, молодец. Опа! Я прям еще 3, да? Ну да, еще 3 спустя. Так, хорошо. Так. 1, 2. Ой, что, думаешь, я то смогу попасть? Да ты сможешь. Я тестировал. Ты сможешь.
Так, ага, да, ты правильно. Не попал, давай еще. Опа! Опа! А прям баскетболист! Так, хорошо. Подожди. Ага, что-то ага. Я не понимаю. Смотрит, он там свои камеры смотрит. А тут что-то как-то больше блоков, чем 4, мне кажется, или нет? Да нет, тут 4. Что-то я не понимаю, подожди. Так, хорошо, если... 4 тут. Ни хрена не понимаю! Так, подожди. Так, ну смотри, вот сюда ты уже попал. Подожди. Давай. Вот тут у нас есть, да? Да. Потом, да. Подожди. Если это у нас... Где это у нас? Если это у нас... Под ногами, то потом 1, 2, 3. Да. Так, подожди. Я что-то запутался. Ты давай, не путайся. Я запутался. Так, подожди. Ты как-то так быстро прошел. Опа, да, молодец. Опа! Так, я молодец, хотел сам себе молодец сказать, похвалить. Так, хорошо. И последнее. Последнее, которое я не вижу. Почему не видишь? Подожди. Сейчас все будет. Так, подожди. Давай. Это есть, значит, 1, 2, 3, 4. Так, ты там смотри, смогу ли я попасть. Ты там смотри. Я смотрю, внимательно смотрю. Так. Ага. Опа! Давай, я сейчас всех спасу, Давай, жалейка, давай! У меня скин поменялся на свой, такой толстенький бегаю. Так, давай, познаватель, давай! Выходи! Поговори с познавателем, поговори с ним. Я не могу с ним разговаривать. Ну, познаватель, залагал познаватель. Ну ладно, он тебе говорит, что здесь есть секретный проход, и он не сможет выбраться, потому что ему плохо. Вот, он остается тут в тюрьме. Да, он жертвует собой, чтобы спасти тебя. Беги! А я не смогу тут вылезть, я слишком жирный, я сюда не смогу влезть. Эдисон, ты должен, мне кажется, с плюсом. Пролез. Так. Беги. Давай. Мёд! Медовая поляна! Ой, всё хорошо. Я могу тут... Ты молодец. Хорошо. Ну, хорошо то, что я и мёд себе добыл. Немного... Да, вообще круто. Вот. Ну что, Эдисон, пойдем в твою тюрьму, пойдем. Да, можем пойти в мою, пошли. Ну что, Евгений. Да, обернись. Да, в смысле? Обернись. Ой, кто меня тут преследует меня тут. В общем, Евгений, да? Проходите в тюрьму. Захожу, да? Ага. Вы молодец. Это тюрьма самого строгого режима, который только существует на планете, понимаешь? Самый-самый-самый сложный. Вот. Поэтому тебе надо выбраться с этой тюряги. Или хотя бы попытаться выбраться. Может, ты не справишься. Я вот вижу здесь проход. Здесь сюда можно залезть, да? Да, наверное, да. Так, наверное, да. Ты чтобы сюда залезть, я, наверное, должен как-то откуда-то прыгнуть, что ли? Что-то такое, да? Ну, если тут есть проход, то, наверное, да, ты можешь вылезти, наверное. Только смотри, давай вот рассуждать логически. Отсюда я запрыгнуть точно не смогу. Отсюда... Отсюда, ну как отсюда? Ну, оттуда тоже, мне кажется, нет. Оттуда, мне кажется, нет. Все-таки, мне кажется, нужно здесь найти предварительно еще. Да нет, тут точно ничего не будет. Ага, да. Я в смысле? Ага, два деревянных блока. А что ты там нашел? Там не два деревянных блока. Там не должно быть ничего же. Так, ставить ты ничего не можешь, запомни. А куда мне это девать? Догадайся. Ну, типа, крафтить что-то можно? Ну, наверное. Не, ну подожди, если я ставить ничего не могу. Ну смотри, что ты скрафтишь, да? А, с помощью что этого ты ставить? Можешь... Нет, ты вообще ничего не можешь ставить. А. На моей карте ты вообще ничего не можешь ставить, запомни. Понял. А, что ты скрафтишь с помощью вот этих двух блоков, с помощью этого ты можешь ломать только железный забор. Ну я понял, то есть, чтобы я что-то сделал, мне нужен верстак, а верстак это тоже нужно поставить. Верстак нельзя ставить, нет. Я тебе еще раз напоминаю, на моей карте ты ничего не можешь ставить. Короче, я понял, мне нужно делать кирку, я правильно понимаю? Да. А, чтобы ее... А, подожди, деревянную кирку разве можно ломать что-то? Наверное, да. Окей. Так, подожди. Вопрос. Я не смогу скрафтить это без верстака. Ага, проблема. А где мне найти верстак? Да. Ну я на самом деле... это верстак, я понял. Ну да, конечно, тут 100 блоков, и ты сразу тыкнул на нужный блок. Я не знаю, как так получилось. Конечно, так. Тут вот, смотри, все блоки, ты сразу сюда тыкнул. Вот ты четырюга проклятый. Деревянная кирка, правильно? Ты четырюга проклятый, ты это знаешь?
Я есть и случайно. Подожди, подожди, хорошенько подумай, что ты ломаешь, дебил. А ты говоришь, железную решетку только могу ломать. Так, ты посуди, ты включи мазочочки и посуди, какую тебе железную, вот это, заборчик тебе нужно сломать. Не, ну я понял, вот этот типа, да? Так, хорошо. А чё, нет, нельзя так? Ну, не просто надо подпрыгнуть. Все работает. А, да, отлично. Молодец, хорошо, молодец, хорошо, молодец. Хорошо, замечательно. Давай, 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 вылезай. Так, давай, давай, давай. Спаунпоинт, видишь, тут пишет? Спаунпоинт. Так, подожди, пишу. Все, я спаунпоинт поставил. Сейчас вот эту кирку выкидывай, она тебе больше не пригодится. Туда? Да. Вот. Самая строгая тюрьма, которая только существует, Евгений. Самая строгая, понимаешь? Ты подожди, она очень строгая, Жека. Очень строгая. Я понимаю. Вот. А тут, как ты видишь, сидят заключенные, у них самые маленькие камеры, которые только существуют на планете. Вот. Поэтому, ага. если ты сюда не хочешь попасть, то тебе нужно выбираться как можно скорее. Давай! Хорошо, я понял. Так, подожди, только тут на самом деле очень сложно. Но я постараюсь. Так, Хорошо. Не, так у тебя точно не получится. Хорошо, ой, Евгений. Ой, подожди. Так, подожди, да. Тут все ломаешь. Да, я просто неправильно поставил, вот. Так, хорошо. Как ты запрыгнул? Ты не мешаешь. Да! Ай-яй-яй-яй-яй! Ты там что-то сломал! Не, я ничего не сломал, ты просто по-другому вообще перепрыгнул. Ты не так первый раз перепрыгивал. Вот ты новый способ нашел, как пройти эту карту. Подожди, я запрыгивал вначале сюда, но это, в принципе, разницы-то никакой нет. Да мать! Нет, это как раз таки большая разница, большая. Ну хорошо, я тебе немного... Почему? Там я бьюсь башку, я бьюсь. Да, я тебе облегчу. Да, твою мать! Да в смысле? Да даже вот тут ты не смог допрыгнуть, ну Евгений, ну ай-яй-яй. Сейчас, ну подожди, ну как бы это сложно, понимаешь, сложно. Ничего, это не сложно. Хоть. Молодец. Так, теперь сюда. Давай. Теперь сюда. Молодец. Ну тут теперь опять я башку сейчас ударюсь, конечно. Опа, молодец! Так, А чё так сложно-то проходить, Жека? Не зря её называют самая строгая тюрьма в мире, так что давай. Я пройду. Давай. Твою мать. Я ненавижу этот паркур, Эдисон, ненавижу. Просто ненавижу. Я знаю, что ты его ненавидишь, поэтому я его и сделал. А, ну спасибо. Да нет. Так, подожди, теперь мне нужно как-то... Вот так вот. Опа! Так, теперь нужно как-то вот так вот, опа! Да ты прям молодец! Теперь вот так, опа! Опа! А теперь так, опа! Опа! Молодец, опа, Евгений. Опа! В общем. Так, проходи дальше. Там вижу, да нет, там ничего нет. Нет? Ты уверен? Да ничего тут нету спрятано, тут тебе просто надо пройти через вот эти специальные... Ну, я не сказал бы, что это паркур, но да, тут сложно немного проходить. Мне так кажется. Ой, так, давай. Ты тут, конечно, понастроил. В смысле? Так это все изи проходится. Да, конечно. Я все проходил. Сразу так. Я не сомневаюсь. 75-го раза где-то я так прошел, но... Да. Проходи дальше. Подожди. Теперь это вот типа сюда, да, налево? Нет. А зачем мне туда? Ну вот зачем тебе, если тебе дальше надо пройти? А, вот сюда. Вот ты дурак. Ай! Я вот ненавижу вот эти боковые вот паркуры. Я на самом деле тоже ненавижу, но карта была рассчитана на то, что ты немного пробомбишься сегодня. Поэтому да, вот, ну, да. Ты не переживай, я нет. Спокоен как... Как кто? Как желейный медведь Валера. Да. Подожди. Ну он не спокоен, он вечно на нервах, потому что ему меда не хватает, вот. Да я манал! Ну ты уже один раз запрыгнул, поэтому ты знаешь, что это реально. Вот, второй раз запрыгнул. Помогите! Ты сам себя загнал в ловушку. Тюремную ловушку, Жека. Что сейчас делать? Помогите, пожалуйста. Ах, Жека. Я прошу, очень сильно прошу. Нет, только иди, да иди ты в бок. В смысле, ну я тебя вытащил! Да иди ты нахрен. Я тебя вытащил из тюряги. Я понял. Лучше бы я тебя убил, да? Да. Ну давай, Жека, ты справишься! Да я не понимаю! Рано или поздно, давай! Ай-яй-яй! Ну хорошо. Просто убери эту странную лестницу, прошу тебя. Ого. Так.
Так, да, это было сложно, это было сложно. Всё, так, давай дальше. Так, куда? Пробирайся что, дальше. Что, дальше прыгать? Да, ну тут все изи. А куда тут? А, дальше. Сюда. Ну сюда, так же. Понял, понял. Hello, motherfucker. Hello. Это он что-то типа... Не-не-не, это просто, он просто заключенный. А, просто заключенный. Опять паркур. Ты меня исцелил, то есть не, это не паркур, да? Нет, тебе просто надо поставить на красненькую шерсть рычаг, рычажок. Которого у меня нет. Хорошо, хорошо. Нет, которого есть, но ты его уже прошел, он там в другой комнате был на самом деле. Ну ничего, ничего сложного, ничего страшного. Если это в той самой комнате... Да, возможно, возможно, да, кстати. Давай, ну тут тоже реально допрыгнуть. Да, я встань, где сюда? Вот, так. молодец. Опа, хорошо, опа! Хорошо. Так. Тут ничего такого открытого нету, ла-ла-ла, ты просто прыгай, это просто... Нет, ты просто прыгай, да. Ну как бы я сказал, это про первую комнату, подожди. Ла-ла-ла-ла-ла. Давай. Ура! Давай! Это еще... Спаунпоинт, давай! Ты издеваешься, не, такое жесткое карта, ты мне еще никогда не делал. Нет, подожди. Чего? А, ну я же сказал, это самая жестокая тюрьма в мире. Да, самая бесячая тюрьма в мире. Так, Так, да. Подожди, иди сюда, Жека, иди сюда. Чё? О, в общем, поставь тут спаунпоинт, Жека, поставь спаунпоинт. Да, спасибо за карточку. Так, ага. Да нет, что, поставь спаунпоинт, потому что впереди тебя ждет самое Понял. Сложное испытание в Понял. Мире. Понял. Что это, не на мотоцикле привезли? Ой-ой-ой, давай, Жека, давай! Давай, подожди, вези меня! Я не могу? Нет. Я тоже хочу с тобой поехать. Нет. Давай, поехали! Нет, я первый! Убегаем в сюряки, давай, убегаем! В общем, да, ничего, я не буду стоять. Я убегаю, Жека. Все, короче, ребят. На этом мы уже, наверное, будем реально заканчивать эту серию. Ты там животных не дави, Жека, осторожнее. В общем, ребята, ставьте огромный палец вверх и на мой видос, и на Жекин. Давайте наберем по 15 лайков, как мы уже сказали. И сразу же выйдет следующая серия «Побега из тюрьмы». Мы очень надеемся, потому что вам нравится вот эта рубрика. И да, ребята, также не забывайте делать самое главное, лайки, самое... Это посмотреть наши видео, а чтобы не пропускать наши видео, нужно что сделать, Агисан? Естественно, подписаться на наш канал, да. И нажать на колокольчики. Да. Поэтому, ребята, огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. До свидания.